утешителю души и стены, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю. Приди, вселися вны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души. Господи, благослови. Александр спрашивает из Самары. У меня духовная жизнь как на качелях. Чем сильнее и искреннее получается молитва, тем больше будет потом искушение, и сильнее впадаю в грех. Если молитва от сердца не получается, то и грех сильно не мучает. Просто живу. Устал от войны с самим собой. Как не сдаться? Надо смысл понимать. Если человек не понимает смысл, то он, конечно, разочаровывается. Если человек понимает смысл, вы говорите, начинаете духовную жизнь, а начинается искушение. В первом веке христиане крестились, и сразу это подразумевало, что они могут стать мучениками. Из первого века и до 21-го ничего не изменилось. Перечитайте Евангелие, там Господь говорит, что будете гонимы, вас не, будут не понимать. Давай дальше. Лидия, Санкт-Петербург. Как быть, если нет любви к свекрови? Как преодолеть этот барьер? Раньше пролила много слез из-за нее. Сейчас она изменилась и хочет постоянно общаться со мной. Я ее очень уважаю, но у меня нет чувства к ней, теплоты. И у меня много чего нет, и у всех много чего нет. Мы делаем не потому, что у нас это есть, а потому, что мы понуждаемся ради Христа. Я думаю, если сейчас кто-то скажет, вот встанет и скажет, что у него есть совершенная любовь, но это будет или безумие, или лукавство. Но это неправда. Мы понуждаемся к любви ради Христа. Мы ломаем себя даже в некоторой степени. Заставляем себя ради Христа. Мы имеем Его заповеди. Заповеди Его могут быть тяжкие, а могут быть легкие. Вот как к ним подойти? Если ты хочешь угодить Христу с любовью от всего сердца, то эти же самые заповеди будут для тебя легче. Я не говорю, что они будут совершенно легкие. И не надо так, потому что все-таки должна быть жертва любви. А если ты не ради Христа терпишь, тогда, конечно, все это тяжелее. Мы понуждаемся к любви. Да, я кого-то не люблю. Кого-то даже можно и более сугубо сказать, но мы понуждаемся. Да, у нас не всегда получается, но это не повод, чтобы ничего не делать. Сегодня хотя бы 1% сделали, но это уже все-таки 1% лучше, чем совсем ничего.
Даже 1% доказывает то, что ты все-таки понудился. Да, ты мало понудился, слабо, но все-таки ты понудился. Вообще вся духовная жизнь предполагает понуждение. И любые отношения, и земные, и духовные, предполагают понуждение. Семейная жизнь предполагает понуждение, чтобы она была счастливой. Давай дальше. Ирина, у моих двоих детей тяжелая болезнь. Гоши, мы на пожизненном лечении от государства. Все родные, включая мужа, опустили руки. Стоит ли продолжать просить исцеления и ехать к святыням, заказывать большое количество треп, просить келейных молитв монахов или творить Иисусову молитву и заповеди исполнять? И благодать Божия все покроет? Обратите внимание, есть евангельский сюжет, где Господь говорит: «Башня Силамская упала, спаслось несколько человек, остальные погибли. При Неемане Самарянине один человек исцелился, а остальные не исцелились». Вот если бы первые христиане так подходили к христианству, как к панацее от всех бед, у нас бы не было ни одного мученика. А потом бы не было ни одного преподобного. А вот сейчас просто, знаете, мы не задаемся этой мыслью. У нас в головах постоянно, например, чрезвычайные какие-то случаи, чрезвычайные, выходящие за рамки. Но ведь было очень много мучеников, которые чувствовали боль. Да, мы у некоторых мучеников читаем в житиях святых Дмитрия Ростовского, что им ничего не вредило, они не имели страха, они не имели чувства боли. Такие случаи наверняка были, но эти случаи были чрезвычайные. Но ведь большая часть мучеников наверняка чувствовала боль, чувствовала страх, переживала, вот ломка в них происходила. Это и доказывало высоту их подвига. И вообще все христианство наполнено. Вот если нет искушение от Господа, святые отцы придумывали аскезу и сами себе усугубляли подвиг. Вот этого чувства подвига всегда с первых веков желание подвига присутствовало в христианах. Если у вас детки ваши больные, и все опустили руки, вот посмотрите сейчас на эту ситуацию с той стороны, с которой я вам подскажу. Все опустили руки, и вы одна только еще не опустили. Ну, хоть вы не опускайте. Стойте до конца. Если бы вот мы на каждую болезнь или проблему взяли в иконной лавке, пошли, прочитали, и болезнь как рукой сняло, понимаете? Тут бы не было вот этого принципа синергии. Синергия – это богословское понятие сотворчества во кресте Бога и человека. Была бы только жертва Бога, но если человек не идет в жертву Христа, не прибавляет свою маленькую-маленькую часть, то эта жертва становится односторонней. Она умирает в нашу сторону. Она постоянно действует со стороны Христа, но в нашу сторону железобетон. Она ничего не может сделать. Хотя бы вы руки не опускайте. И это не значит, что ваши детки сейчас исцелятся. Вам, может быть, придется это нести до смерти.
вам, может, придется их хоронить. Может быть, самый ужасный сценарий развития вашей судьбы. Но никогда не будет повода, чтобы опустить руки. Опустить руки – это все, конец. Вот хотя бы ползу в сторону Христа, хотя бы шепчу, хотя бы рот раздеваю. Нет сил ползти, буду хотя бы лежать в сторону Христа и руки тянуть. Давай дальше. Александр, мы привыкли романтизировать первых христиан. При этом мы видим в посланиях апостола Павла, что эти люди такие же, как мы. А любое сравнение с идеалами нас делает невротиками и не соединяет с Богом. Бог по милости своей дал нам психологов. Но и тут мы искажаем, ища человеческое, а не Божье. И так будет до второго пришествия Христа. Остается признать себя нищим духом, смиренно склонить голову и сердце пред Христом и радоваться жизни. Что-то тут 8 вопросов в одном. То... Это еще сокращенно. Ну, тут надо... Я должен понять, что вы имеете в виду вот под этим смириться и склонить голову. Это не значит опустить руки. Вот смотрите, как отличается покаяние Иуды и покаяние Петра. Ведь по большому счету оба предали. Один за 30 серебряников, а другой за страх предал. Но если вот сама суть, какая разница, за что предал? Предательство, оно есть предательство. Мне все равно, за что меня предадут. За деньги, за страх или за какую-то корысть, или за зависть. Предательство есть предательство. Но смотрите дальше, что происходит. Иуда опустил руки, он отчаялся. Отчаялся в возможности своего покаяния, исправления, возможности милости Божией. Отчаяние – это все, это уже смерть. Человек еще идет к петле, но он уже мертвый. А апостол Петр в своем покаянии не отчаялся. Не отчаялся и даже пережил вот это вот неудобные вопросы в присутствии других апостолов, когда Господь в присутствии других говорит: «Петр, любишь ли меня?» Ведь и Петр, и все понимали, кому Господь задает этот вопрос, почему задает вопрос. И второй раз: «Любишь ли ты меня?» «Да, Господи. Я тебя люблю, хотя я тебя вчера предал». Вот гордость в отчаянной точке своего бытия, она бы не смогла сказать «люблю». А он пересиливает и говорит: «Да, я предатель, но я люблю». И третий раз Господь говорит. Поэтому покаяние, оно должно быть деятельным. Если мы в покаянии остановились, то это уже не покаяние, это смерть души. Покаяние – это действие. Дальше. Все там кончились, да? Трудница Людмила, отец Сергий, возможно ли вовсе избавиться от лукавства и лицемерия? Семён Новый Богослов говорит такую для многих странную фразу: «Святых много, бесстрастных единицы». Это не я говорю, Семён Новый Богослов. То есть мы навстречу Семёна Нового Богослова можем сказать: «Ты что говоришь, что в какой-то части святых, а даже в большей части святых оставалась еще страстность, искушение?» Но я не знаю, как по-другому толковать его слова: «Святых много, бесстрастных единицы». Но все-таки
эти единицы всегда присутствовали. Да, это единицы, это очень редкие случаи, но они всегда были в церкви. Господи Иисусе Христе. Когда мне, знаете, однажды человек один сказал, а ваш святой Николай II курил? Я говорю, знаешь, ты для меня его не унизил, а наоборот возвысил. Я вижу, что он стал святым не просто вот Господь ему по голове провел рукой, и он стал святым, а в нем происходила борьба за эту святость. В нем происходил процесс до самой смерти. И почему его канонизировала церковь? Вот за последнюю точку его бытия. Всех прощаю и умираю, никому не мщу. Вот эта точка христоподобия. А до этой точки был путь. Кто-то говорит, он делал политические ошибки, какие-то гражданские ошибки. Конечно, делал. Конечно, делал. Так в том и суть подвига, когда тебе сопутствует всегда искушение на ошибку, а ты находишься вот в обдении, в трезвении. И это не значит, что ты все и сразу победил. Тот, кто не занимался духовной жизнью, а только читал книжки, у них, конечно, вот такое состояние иллюзии. А тот, кто проходил вот этот скорбный путь постоянных падений и вставаний, тот это просто даже объяснять не надо, очень, очень легко понимает. Чем грешник отличается от праведника? Праведник – это не обязательно бесстрастный человек. Праведник подвержен тем же грехам, но он не дает соизволения, он не дает согласия, он постоянно борется с ними. И не значит, что он в каждый раз побеждает. Он до последней минуты своей жизни не дает согласия на грех. И если он совершенствуется выше и выше, может быть, внешние грехи он уже как-то более-менее победил в себе. Но он не может быть удовлетворен этим состоянием, потому что Господь говорит, если внутренняя часть чаши не очищена, внешняя ничего не значит. Праведник, относительно победивший внешний грех, наблюдает потом, что у него внутри это продолжает жить. И он начинает бороться внутри и искать, как же это побороть внутри себя. Давай дальше. Батюшка, как христианину понимать любовь к жизни? Жизнь – дар Божий, но она нелегкая. Как ее любить? Ой, ну в жизни же, ну не может быть жизнь просто черной чертой. Но даже у самых несчастных людей все равно в жизни было что-то светлое. Пессимист смотрит на черное, оптимист на светлое. Реалист находится между. Он не в фантазиях и не в отчаянии. Он понимает, что скорби сопутствуют людям на протяжении всей жизни. Но скорби чередуются с какими-то маленькими человеческими радостями. Тем более, если человек верующий, он даже скорби по-другому несет. Такая хорошая вот эта серединка. Жить реально, без фантазии, без отчаяния. Давай дальше. Что значит быть деликатным по-христиански? Да хоть по-христиански, хоть не по-христиански. Деликатность – что такое? Деликатность – это чувство меры. В отношениях с другим человеком я бы еще бы назвал такое, таким словом – чувство дистанции. Ты чувствуешь дистанцию, за которую нельзя переходить, за которой начинается боль для
человека, который перед тобой. Вот, вот эта граница. Чувство меры, вот, вот эта мера дозволенного, за этой границей меры наступает боль для человека, который перед тобой. Вот это и есть деликатность. Она хоть духовная, хоть мирская. Деликатность. По большому счету, это и есть настоящая культура. Когда с экрана телевизора деятель культуры позволяет себе пошлость, ну разве он культурный? Да хоть бы какие звания народных, там, всенародных деятеля культуры этот не носил. Если он действует бескультурно, все эти звания и чины просто в мусоропровод можно выбросить. Ты куда пошла? Девчонка, куда она убегает? Ловите ее. Иди сходи ко мне в кабинет, конфет принеси. Машу найди и с ней сходи. Машу вон наверху. А, Машу. Уже нашлась. Маша сразу нашлась. Давай дальше, другой вопрос. Батюшка, правильно ли я понимаю, практику быстрого чтения молитвы Иисусовой лучше начинать, когда уже есть опыт молитвы, навык к ней? Когда я пробовала молиться быстро, ум наполняли помыслы, и молитва шла как бы фоном. Как лучше для новоначального? Должно ли быть целью овладение практикой быстрого чтения молитвы Иисусовой, или здесь индивидуально? Знаете, хорошо, когда все приходит естественно. Плохо, когда вы противоестественно в себя пичкаете. Она, если она придет естественно, если к вам придет, просто понимаете, когда вы много-много-много будете ее говорить, она у вас перейдет из области рассудка в область интуиции. И она будет восприниматься не словесной формулой, а вот одним впечатлением. Иисусе, 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 Иисусе. И там она сама себе найдет ритм. Не нужно создавать вот какой-то искусственный ритм. И вообще вот эти споры бесконечные, быстро, медленно, вот так, вот так. Вот сам принцип спора уже говорит о том, что люди занимаются не молитвой, а спорами какими-то. Может быть, они сами ее не имеют, то только вот навязывают свое мнение. Да удобно тебе медленно? Медленно молись. Естественно, она у тебя потекла, как ручеек. В том ритме, в котором сам. Ну, а что ей мешать? Потому что вот в какой-то книге сказали, что в минуту надо говорить вот 4 молитвы. И ты потом, она у тебя тут сама пошла, да? И течет, как ручеек, а ты секундомером села, говоришь, ты нарушаешь, остановись. Как батюшка Серафим Саровский говорил, царю небесный, приди, вселись в ны. Он говорит, да я уже пришел. Что ты все, приди, приди, я уже пришел. Давай дальше, да. Что делать? С людьми неинтересно, Елена. Ну, что делать? Никто же не говорит, что вы должны быть с неинтересными людьми обязательно. Заповедь о любви говорит нам, что мы должны быть вежливы, тактичны, деликатны. Но это не значит, что мы должны сидеть, слушать неинтересный разговор. Научитесь вот этому... Коротко и вежливо. Но бывают ситуации, когда приходится посидеть и кого-то послушать. У меня с вами бывает иногда такая ситуация. Когда думаешь, когда же она уже закончит? И вроде и оборвать неловко. Она говорит и говорит. Неинтересно, ищите
с книгами дружите, со Христом дружите в молитве. Никто заповедь о любви не обязывает нас быть всегда среди людей и слушать неинтересные разговоры, недуховные. Заповедь о любви заставляет нас быть вежливыми, только и всего. Не делать грубые замечания, не обрывать никого. Если уж приходится оборвать, то опять же вежливо. Опять же, заповедь о любви не заставляет вас, когда богохульствуют, хулят Христа, находиться рядом. И в то же время заповедь о любви не заставляет вас кинуть в него камнем или плюнуть. Молча развернулись и ушли. Извините, я не могу это слушать. Простите, я пойду. Ох, ну давай, раздавай. Батюшки, а то я сейчас буду жевать, люди меня не поймут. Так. Давайте. Следующий вопрос. Ты Ирке не дала конфетку. Ирка хочет. Дай я ей. Вон, дай. На, Ир. Господи Иисусе Христе. Давай. Если нет возможности соблюдать Успенский пост по уставу, можно ли на время отказаться от кофемании, от сладкого и сократить прием пищи? Или это самообман? И лучше ничего не соблюдать? Алексей. Ой, ну всегда... Ну, хоть что-то надо выбирать. Если действительно объективная у вас причина, что вы не можете, ну, действительно, хотя бы что-то сделайте. Бросить совсем, руки опустить – это хуже всего. Давай дальше. Почему в болезни не идет молитва? Просить ничего не могу. Понимаю, что по делам своим получаю, и пустота какая-то на душе. Стыдно еще и еще просить о помиловании. Евгений. Что такое молитва? Терпение скорби ради Христа – это тоже молитва. С каждым вздохом «Иисусе, Иисусе, Иисусе» – это пусть она невнимательна, это тоже молитва. Несение креста со Христом – это тоже молитва. Почему в болезни тяжело молиться? Потому что острая боль отвлекает от Христа. Привлекает внимание к себе, острая боль. В это время у нас просто другая форма молитвы. В благополучии у нас получается молитва более сосредоточенная, мирная, глубокая. В тот момент, когда мы терпим большую боль, молитва просто происходит в другой форме. Просто... Иисусе, Иисусе, Иисусе. Господи Иисусе Христе. Давай это. Иоанн, Москва. Иоанн, здравствуйте. Простите, Иоанна. И Иоанна тоже здравствуйте, да. Милый, хороший мальчик, вымоленный у Бога, уже взрослый, вырос в церкви. Сейчас ему 23 года. Горько и больно очень, но сейчас просит о вере с ним не говорить. И я замолчала. Теперь только молюсь и плачу. Знаю, что сейчас это беда очень многих семей. Что бы вы, батюшка, посоветовали, как нам быть с нашими детьми, чтобы сохранить с ними дружбу и не оттолкнуть от себя своей жизнью в вере? Помолитесь, батюшка, о наших детях, о нашем сыне Алексее, чтобы... В их сердцах вспыхнул огонек веры. И еще, как вы думаете, батюшка, можно ли продолжать молиться о наших детях, ушедших из церкви на проскомидии? Есть мнение, что о не участвующих в таинствах церковных не стоит, а лишь поминать в простых записках и на псалтире. Ой, Господи, помоги.
Они переели разговоров о Христе, а самого Христа так и не встретили. Мы им все время о Христе, о Христе, о Христе, о Христе, и в какой-то момент они нам уже, когда они в какой-то возраст, они до какого-то возраста молчат, потому что боятся прикословить. Приходят в возраст, когда они позволяют себе сказать «нет», и они нам говорят страшные слова. Страшные должны быть для нас. Вы нас достали уже разговорами. И мы вообще сомневаемся, а вы сами верующие? Я говорю вот сейчас какие-то... Это не кощунственные вещи. Это реальность нашей жизни. Когда они видят в нас вот этих людей, которые все время говорят, 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 но так, как говорят, они не живут. В первую очередь, конечно, священников, которые говорят, говорят, но сами так не живут. Родителей, которые тоже требуют, но сами бывают плохим примером. И каким примером? Самое главное, пример-то не в том дело, сколько мама читает акафистов, а в том, как она добра ли, внимательно, или вот ее злит каждый мой там промах, ошибка детская, юношеская. Если в ней самой или в нем, в папе, в самом не видно терпения. Я это вот сейчас говорю очень, очень ответственно, потому что я говорю «мы». Я себя включаю туда же. У меня 6 детей. Все те же ошибки я в жизни наделал. Поэтому говорю очень откровенно. И вообще, знаете, может быть, у кого-то, может быть, кто-то сейчас согласится, что тоже бывает такое. Не только у детей. Иногда это бывает у взрослых, которые долго ходят в храм. Знаете, в какой-то момент, может быть, у меня у одного, может быть, у кого-то тоже, ловишь себя на том, что уже не хочется слушать проповеди. Ты уже все наслушался. Ты уже все это слышал в разных вариантах, вот как пазлы складывают, так, так. И все эти истории уже слышал. И священник выходит, уже сотый раз говорит одно и то же. А бывают, знаете, случаи, я вот в жизни встречал людей, косноязычных, но духовных, которые скажут-то, вроде бы нескладно и немного, но в его словах дух есть, в его словах есть его вера. Он сам так живет, он сам так чувствует. Он так выучился не на предмете гомилетики в семинарии. Гомилетика – это наука о проповеди. На этом предмете учат говорить проповедь. Вот как она должна выстраиваться, стиль проповеди, форма. Это, наверное, нужно, но это не главное. Если в тебе нет духа, от которого ты хочешь сказать, что бы ты ни говорил. Вот знаете, буквально вчера мы беседовали со священником, с молодым. Я вот тоже говорил вот это свое видение, вот это свое утомление от слов. Когда нет в слове духа, оно мертвое. Оно может некоторое время тебя очаровывать и обманывать, но потом ты все равно столкнешься с тем, что у человека это просто слово. А самой жизни вот сообразно с этим словом нет. И это слово все умирает. Вот, к сожалению, наши дети, они не виноваты. Это, я, знаете, иногда говорю, это не они ушли, это мы их потеряли. Вот если бы мы так понимали,
Мы их потеряли, мы их оттолкнули, мы их замучили нравоучениями. И потом мы говорим, ну мы хотели как лучше. А что толку, что ты хотел как лучше? А результат у тебя какой? Всем родителям, вот я как сам родитель, который переживал переходный возраст своих детей, я скажу, в это время набирайтесь терпения и любви. Как Господь говорит, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. В это время ваша связь с вашими детьми становится как паутинка. Если раньше вы их держали канатом своей воли, своего порабощения их себе, в переходный возраст ваши отношения, вот паутиночка. Если вам этот образ должен дать понять, как вы в это время должны действовать. Чтобы вот последнюю вот эту связь не порвать, не потерять. Очень осторожно, на цыпочках, шепотом. А еще, чтобы вы не унывали. Знаете, у меня есть свой опыт, опыт многих людей. Если они с любовью, с терпением переживали этот возраст, многие детки, я не говорю, что все, но многие детки потом возвращаются. Они становятся взрослыми, проходят скорби, скорби их умудряют. Скорби делают из легкомысленных, мудрых. И они понемножку возвращаются. Только вы не подставьте подножку в это время им. Дальше. Поклоны передают батюшка из Арзамаса от отца Александра, Юлии Крестницы и всего семейства. Ага, Елизаветке и Ксении. Да, это крестница наша. Да. И Лиза. Батюшка, вас любят в Воронеже. Ух ты, Людка, это не ты написала? Воронеже, да. Это ничего не значит. 10 человек в Воронеже любят, 20 ненавидят. В Москве 40 любят, 14 не любят. Это, да, дальше. На Богородичном правиле самопроизвольно пошла как бы волна от головы к ногам 3 раза. После стало легко. И скромная радость об этом. Надо нашим олимпийцам посоветовать. Да. Забыла про четки. Старалась не остановиться от блаженства. Это нормально, батюшка, или я прельщаю себя? Надежда. Вот я вам скажу, что прельщают себя те, кто вот навскидку знают все. Вот прельщенный вам бы сейчас ответил, это или прелесть, или это благодать. Вот, а непрельщенный – это человек битый, который много раз падал, вставал. Он становится осторожным в слове. И поэтому я сейчас так хочу быть непрельщенным и сказать вам, простите, я не знаю. Как вот святые отцы, был такой принцип, не принимай, не отвергай. Если ты точно вот не знаешь этого явления, не принимай, чтобы не принять какое-то действие сатаны действительно за духовное и не прельститься. А не отвергай, чтобы, не поняв действительно благодати Духа Святаго вот в этом событии, не похулить это событие и не сказать, что оно... Помните в Евангелии, как часто фарисеи говорили, что Христос делает чудеса силою Вельзевула, князя бесовского. И Господь им отвечает, кто погрешит против человека, отпустится ему, а кто против Духа Святого погрешит, тому не отпустится ни в этом веке. Будьте осторожны. И вот вам я совет дам. Вот произошло с вами событие. Будьте осторожны, вот взвешены, сдержаны. Примите это вот в меру, без эмоций. Ну, как-то это повлияло на вас миром, тихим покаянием. И слава Богу, и достаточно. Как понять, что именно этот священник должен быть моим духовным отцом? Обязан просто, да. Как
вообще выбрать духовного отца? Это уж должен быть какой-то духовный позыв? Или все гораздо проще? Надежда. Да, Надежда. Наденька, прости, пожалуйста, что я иронизирую. Не спешите, и все произойдет естественно. Вот когда мы спешим, мы обязательно сделаем ошибку. Потом ее придется исправлять. А потом будет неловко, неудобно. Вы будете страдать из-за того, что этот человек не ваш. Ваша духовная жизнь будет страдать, а вам будет неловко его обидеть. Вы будете терпеть, и ваша жизнь будет кувыркаться. Не спешите. Ведь никто из духовников не бегает и не говорит, завтра будешь моим духовным чадом. А если вы на такого попадете, бегите от него быстрее. Вот я всегда, вот раньше приходит лето, пора отпусков, люди собираются в паломнические подъездки. Некоторые приезжают духовные, некоторые поврежденные. Попали на какого-то вот такого духовника, приехали, у них мозги набекрень, потом выравнивать их приходится столько. Я говорю, вот езжайте с таким ориентиром. Если вас ловит духовник, навязывается вам со своими советами, если он навязчиво лезет в вашу душу, в вашу жизнь, для вас это ориентир. Деликатно, вежливо, в сторонку от него. Хороший духовник, он не навязчивый. Вы сами к нему придете. Да, прилипните, да. Все, что ли? Кончились? Ой, наша любимая Верочка. Ой, даже не знаю, что придумать ей, что-нибудь поласковее сказать. Давайте расскажем ей про скульптуру. А, ну про скульптуру мы ей пошлем видео, наверное, Верочке. Наша Верочка, мы тебя очень-очень любим. Сарочка, ты любишь ее? Да, Серафима, любишь? Салафила, Юлька Дивеевская. Оля, любишь, да? Гавриила, Варвара тоже очень любит. А, Елизавета любит. Юлька тоже. А вот Склироса тоже, Верочка, тебе руками машут. Тамарочка, Мария, Катька, мотороллер. Да. Пантелеимона, а Порфирия не машет, она надутая, вон. Все, все, Вер, помахала она, помахала. Так, снизошла. Верочка, с днем рождения, обнимаем тебя, целуем, дорогая наша, и ждем быстрее твоего возвращения. Все кончились, да, вопросы? И все с приветом, да? Всем привет. Или мы сегодня не передавали приветы? Нам передавали. А, ну да, передавали, да. Достойно есть якобы истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матери Бога нашего, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исления Бога слова родшую, сущую Богородицу. Тя величаем. Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и веков. Аминь.